Отправлять письма по электронной почте, искать информацию в интернете. А зам компьютерной науки пенсионеров учат на специальных курсах. Но пожилые люди решили пойти дальше и решили провести свой чемпионат. Кого можно назвать уверенным пользователем ПК, узнавала наша съемочная группа. Валерий Логинов всю жизнь проработал на тракторном заводе. Как вышел на пенсию, решил освоить другую область – компьютерную. В чемпионате участвовал впервые. Захотелось поучаствовать, проверить свои возможности среди равных пользователей, посмотреть, на что я сам способен по этому поводу. И поучаствовать, самому интересно посмотреть вообще, как все это проходит. Потому что современное веяние времени, распространение информатики среди пожилых людей сегодня очень актуально. И мне это очень интересно стало. Простые, в общем-то, действия. Войти в электронную почту, отправить письмо, сделать презентацию в Microsoft PowerPoint или зарегистрироваться в личном кабинете пенсионного фонда. За право называться самым опытным юзером боролись 28 человек, победители муниципальных этапов. Главная цель, вы понимаете, что каждый человек должен быть сегодня в информационном поле. Для того, чтобы уметь пользоваться и программой PowerPoint, госуслугами, быть на сайте отделения пенсионного фонда и заниматься вопросами ЖКХ через электронные носители. Победители регионального этапа отправятся на всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью, который пройдет в Кирове с 4 по 6 июня. Татьяна Леонтьева, Алена Алексеева, Валерий Резюков, Республика.